Вы нас не найдете. Меня точно. Серега, это было очень угарно. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Данил Топ, Серега, King on Fire, Миха, пацаны, скажите крутые слова. Всем приветики, омлетики. Всем здорово. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и в комментариях написали, чтобы мы записали сиреноголового в лесу. Мы так и сделали, скачали карту сиреноголовый и будем убегать. Не будем использовать оружие, можем убегать или пешком, или на машинах. Если опять и кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживание. Так, ну что, выживание началось. Серега, ты готов? Ты же знаешь, что я четко могу убегать? Давай. А где он? Вон он, в деревьях где-то. Деревья где-то? Он за King of Fire. King of Fire, ты сейчас проиграешь, я уже это чувствую. О, я вижу, вон он. Смотри, смотри, что делает. Хочет поймать челебиздрика. King of Fire, ты проиграешь. Смотри, руками машет, злится. Так, мы тут пока постоим. Мы, Серега, с тобой сегодня будем по-разному. Сначала попробуем на машине, а потом пешком будем. Ой-ой-ой, может машину взорвать. Смотри, смотри, как дамажит машину. Отлично, дым пошел уже с капота, надо было добивать. Во-во-во, еще ударил. Я вижу. Он его сейчас замочит, машина взорвется, King of Fire умрет. Только машину вспомнить нельзя, когда идет погоня. Это будет нечестно. Да-да-да, у него же коптит там. Они вдвоем сидят, что ли? Не знаю, лучше бы выбежал. Нет. Бы. Блин, смотри, что делает. А может машина не лома... Убил? Ну что, теперь у нас два сиреноголовых. Дима, текай. Да не ссы, Серега. Ты же знаешь, что я профи? Текай. Да не ссы. Убегай. И мы сейчас тебя собьем еще. Два сиреноголовых, Серега. Вы с тобой максимально долго выживать. Ты знаешь, что я псих? Гони, Дима, сотку. Да гоню на всю, что машина может. Она ж больше не может. Я проход нашел очень близко. Дима, гони. Да гоню, не ссы, Серега. Машина начинает гореть, сразу убегай, понял? Но пока не выходи, у нас жизни не тратится. Ребята, офигенная погоня, когда ты в лесу против двух сиреноголовых убегаешь. Так что ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Серега, есть большой плюс, когда мы с тобой двигаемся, им надо ударить и остановиться. А мы надо ехать сюда, даже медленно, туда урон не проходит. Пошел в жопу! Ребята, у нас еще даже движок, да, не дымится? Отлично, ребята, отлично. Ты не забывай, они могут нам колеса еще пробить. Кстати, да, это такое возможно. Я буду потихоньку ехать. Мое главное дело, что не останавливаться. Ну, Серега, знаешь, что нас еще спасает? Здесь много деревьев, и они тоже в них упираются. Да. Пошел в жопу. И мы тоже, Дим. Ну, блин, я стараюсь. Я представляю, если бы ты был за рулем. Ко мне рулите. Мы можем сбить их. Ты знаешь это, Серега? Серега, машина дымит. Ой, только загорается движок, выпрыгиваем. На счет 3, только вместе будем убегать. Убегаем в разные стороны. Я так понимаю, что если они нас задамажат, то задамажат с одного раза, да, если мы выйдем? Да. Дима, а ты понимаешь, что движок не то, что дымится, он кряхтит. Кряхтит? Выбегай, беги! Блин, ну Серега! Ё-моё, ну блин, я так хотел еще долго повыживать. Хорошо, давайте мы возьмем сиреноголового. Ну чё, Серега, теперь моя очередь. У нас есть прыгающий? Я помню, что вроде бы был. Не, прыгающего ну, нету. Я спрячусь. Вот это? Нет. У нас еще за монстра есть. Так, Тревор Хендерсон. Здесь вот такие. Хорошо. Идет братишка. Во-во-во-во, а отлично. Ты мне принес? Серега, а ты где? Я тебя не наблюдаю. Я спрятался. Так, делаем перекличку. Сколько у нас сиреноголовых? Двое? Трое? Трое. Трое. Значит, двое еще выживают. Ребята, погнали их мочить. Вы нас не найдете. Меня точно. Серега, это было очень угарно, ребята. Это было очень круто. Так, ну что, еще один остался? Ищем его.
Все ищем чилипиздрик. Ого, я наверху. Ого, башка. Сирена голова, прикольно. Так, 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 а где же у нас... Где же он? Где же он? Я, кажется, знаю. Где? В Караганде. Не, такого тоже не знаю. Города. Так, карта большая, мы, кстати... А, вижу, вижу, бежит. Бежит, 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 следим, следим, ребята. Мы теперь сверху можем все контролировать. А где он? Удар. Да блин, я еще бы чуть-чуть бы для щема прописал. Он, короче, бежит от спауна. Смотри, как уклоняется, блин, ребята, это очень круто. Ну, псих. Молодец, хорошо играет. А кто же это остался? Данчик. Нифига себе он играет, прям круто. И, блин... Четыре морды сиреноголовых и Хендерсона не могут убить. Короче, надо его немножко опередить. Вы видели, насколько это было близко? Но он не соглашается умирать. Ого, рядом было. Как мы все... Ого, Серега, ты это взял, червя? Да. Ах ты псих, это же нечестно. Серега уже любимые методы берет. Псих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вижу, Серега, как ты... Опережение надо бить. Да-да-да, потому что когда... Убью. Есть! Серега, да ты молодец! Ну что, ребята, раунд номер два. Я буду играть за сиреноголового. Пацаны, вы готовы проигрывать? Да. Полсерии убегали, полсерии нагоняем. Все по-честному. Не только ж пацанам сюда тащить. Даже если кто-то проиграет, тоже становится сиреноголовым. Блин, они не прыгают, это так непривычно. Ого. А я не был сиреноголовым, надо попробовать. Получается, чуть-чуть прыгает. Отлично, дамажим машинку. Что? Бесполезно, ай. Это ты? Да. А, бесполезно. Ой, тачку Серега, ты вообще плохо ездишь. И за это ты умрешь. Ну машина целая, как ты видишь еще. Конечно, бессмертие включил в машине. Нет. Ах ты жопа. Серега, ты умрешь. И я тебе помогу в этом. Ах ты тварь. Я не могу подняться. Ребят, ах ты бомжухин. А и как... А я здесь. А вот теперь здесь. А вот здесь. О, лазить может, тварь. А блин, ты смотри, ну если ему прицел поменять... А, нет, тогда вообще не попаду. Ну, Серега, ты задрал, я могу подняться к тебе. А я не могу попасть, да почему? Рукожопый, Дима. Тварь. Беги. Папа, помоги. Дима ко мне интерес убил. Да потому что ты галимый. Да я не могу попасть, ну ты представляешь? Ноги широкие какие. Так ты видел, у тебя руки откуда растут? Из жопы, что ли, ты хочешь сказать? Да. Да попасть. Как убить его? О, может этого взять лучше? Жопа Галисова. Да я не могу убить его, ну Серега, ну как вы убивали? Да как попасть? Серега, как ты попадал? На опережение бил. А, на опережение? Да блин, у меня как-то странно оно работает очень, это опережение. Ну давай, иди сюда. Морти. Да ну блин, я не могу попасть никак. Вы меня троллируете. Нафига согласился быть сиреноголовым, я не могу попасть. Серега, сейчас... Я вообще у тебя под носом, ты меня ударить не можешь. А почему это урон не проходит? Не проходит, но ты мажешь. Да как это я мажу, если я пропадаю? Ой, попадаю.
Ты знаешь, ты должен прям вплотную, по идее, подойти к чему-то. Да вообще урон не проходит. Он реально не проходит урон. Наверное, у вас бессмертие. Нет. Я вот таки копаю. Я целюсь. Куда? Блин, я целюсь. Фара, я сейчас в тебя выстрелю. Так, оно стоит. Не, урон проходит. Урон проходит, да? Да. А, блин. А, ну, другого берешь монстра Хендерсона, да? Кого? Нет. У меня вообще два прицела, не знаю, на какой ориентироваться. Тебе их надо вместе совместить. Да как? Это я в небо буду смотреть. Ну, блин, ну, Серега. Ну, это же нечестно. Вы используете мою слабость. Где еще кто-то? Ну, можешь залезть на эту фигню. Я знаю. Хорошо. Куда Дима ускакал? Я что-то его извинил. А вы хотите черепить, только убить этого. Троллирует меня, да? Я когда бью, я останавливаюсь как рахит. Да вообще убить возможно или нет? Да что такое, Серега? Да ну блин, Миша, это... Ну Миша же как-то убил людей. А Серега... А, он убивал людей, да? Да. Ты тебя убью. Да это уже смешно, да ребята. Да хоть одного. Да ну как? Инвалид убегает от инвалида. Есть! Есть! Я на опережение... Хотя я еще не убил, но уже сказал есть. Ты его зажал. Отлично, ребята, теперь двое сиреноголовых. Теперь я не один. Теперь я не один. А теперь я буду Сережечку мочить. Я выхватил, как убивать, Серега. А тварь, я залажу эти вонючие столбы, сразу. Все, я тут теперь король, я буду стоять здесь один. Да стой, ради бога. Да ради бога я буду стоять. Еще где трое человек, покажите мне их. Машины побросали все. Так, я же кого-то здесь видел. О, есть сиреноголовый здесь со мной. Короче, давай окружаем его. Этого подлеца. Не поймаешь, что не надо, не надо. А вот когда я тебя убью, ты мне будешь по-другому говорить. Нет. Реза! Да ты зараза, ты задрал, Серега, серьезно говорю. Я могу обидеться на тебя очень сильно. Обиженных воду возят, будешь воду возить мне. Да? Ты офигел, я взорву. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Серега, взрывай, я в машине. Ого.